что нам не хватает. О, кареты! Ура! Это карета! Класс! Смотрите, какая! Вот, о, какая она классная! Та-дам! Какая красивая! Это седло! Седло для лошадки. Так, сейчас я посмотрю, где открываются двери. Колесики. Подождите. Катя больно довольна тем, что у кареты открываются двери. Ну что, собираем карету? Закроем дверь, чтобы она не мешала нам. Вторую тоже открывается дверь. Мы сейчас все проверим, давай соберем. Я вам хочу сказать, ребят, потому что эти колеса, они на зад. Большое колесо да. Крепится на зад. А вот это переднее вперед. А, знаешь как? Большое колесо крепится сзади кареты, да? Это задние колеса. Угу. Большое колесо крепится на задние... Защелкнешь или я тебе помогу? Я вот так просто чуть-чуть сну. Оно вот так вот защелкивается. Ой, ой. Подниму так. Следующее. Давай, Катюш, я помогу тебе колесики. Есть щекотно от них, от этих блёсток. Есть. И теперь четвертое колесо тоже есть. Вот такая карета получается. Это у нас седло с цветочками. Давай седло надеваем на лошадку. Давай, мы знаешь как? У нас с тобой вот так крепление еще нужно сразу просунуть. Я подержу седло. Второй просовывай так же, давай. Придержи пока. Сейчас я просуну сразу, чтобы у нас зацеплялось оно. Отпускай. Здесь я вижу дырочки. Эти дырочки, чтобы зацепляться. Так. Вот так мы зацеплять будем карету. За седло. Ребята, а вы видите, какая у меня кукла с наушниками. Я вместо наушников сделала заколки. Катя, выдумщица. Вот мы крепим седло на нашу лошадку. Закрепили. Просунули вот такие вот у нас. Крепеж вот так получился. Котенька, мне нравится карета. И все так сложно. Просто немножечко тяжело одевается. Да. Но это чтобы она не сломалась. А лошадка с музыкой. Ребята, вы помните, как я открывала эту лошадку? Помните? Она такая красивая, ее украшала. Помните, ребята? Итак, сейчас мы прицепляем нашу карету. А где сумочка? А, вот она. Сидела. Прицепили мы карету вот таким способом. Немножко другим, как было указано на коробке. Потому что не все комплектующие есть, к сожалению. Да. Мы вот так сделали. Тоже, кстати, хороший вариант. Скоро мы купим принцессу для этой. Видите, какая она красивая. Давай, покажу. Покажи, вот Катюша украсила свою куколку, сделала ей такие наушники в виде фруктов. Косичку я сама заплела. Сама заплетала Катюша косичку, надела вот такое ей голубое платьишко красивое и туфельки. Платьишко, вот оно так вот одевается и снимается в виде клипсы. Пожалуйста, присаживай принцессу. А
сумочку? Куда же без сумочки? Куда же без сумочки? Настоящие принцессы всегда с сумочкой. А вы видели, какой бантик? Какой бантик на сумочке красивый. Да. Сумочка подходит к цвету платья, да? Угу. Здорово, настоящая принцесса у тебя. Открываем дверцу. Открыли. Так ого, чтобы не упало. Не упадет. Дверца открылась. Принцесса заходит, садится. Сумочку мы снимаем, она сбоку ее положит. Вот, садим ее сюда. Открываем дверцу, а потом уже сумочку ложим, чтобы не упала. Ну, сложим там как-то все. Тяжко уберем. Замечательно! Выпадает. Ты ей за ручку зацепи сумочку. Чуть-чуть приподними ручку и зацепи сумочку, чтобы она ее не потеряла. Вот так. Сумочка – важный аксессуар для каждой девочки. Отлично. Чуть не упала. Ну что, проверяем? Ура! Поехали! И поехали! Ой, только чтобы она не упала на пол, иначе ее разобьется. Мне кажется, что тут не хватает, чтобы кто-то сидел. Но это ничего страшного. Ну это ты придумаешь потом кого-нибудь? Кучера посадишь, да? Да нет, не кучера. То есть, да, кучера, но это у меня будет. У меня там кучера нету, мальчик. Надо мальчика срочно покупать. Да. Но это для него там еще надо одежду, как бы призы еще надо. Два мальчика придется. В общем, планов целое громадье. Ну что, да. Поехали? Да, я вот вам, ребята, хочу сказать. Мне бы очень хотелось, чтобы вот тут кто-то сидел. Я лучше сделаю, это будет у нас девочка, а тут рядом с ней будет сидеть принц. Лошадка немножко прихрамывает, но ничего страшного, мы ее потом подлечим. Да. Все хорошо, поехали. Ну что, тебе понравилась карета? Да. Классная карета, супер. Я рекомендую ребятам купить такую же карету. Замечательная карета. Вы были на канале Принцик и Чиквин. Ставь лайк, подписывайся на мой канал и жмите на колокольчики. Всем пока! Пока-пока! До новых встреч! Пока!